Тест-драйв кораблика «Охотник Мини». Однобункерный корабль с выгрузкой назад. Такой большой у него бункер достаточно вместительный. Выброс происходит вот таким вот образом назад. Достаточно интересная модель. То есть здесь, в отличие от других корабликов, у него глубокий бункер. И сюда поместится, я думаю, килограмма полтора прикормки с горочкой. Вот. Есть индикация заряда батареи. Батарея идет сменная. Одна вмонтированная в кораблик, и другую можно подключить, заменить основную. Итак, поехали. Он достаточно тихоходный. Дальность работы не 500 метров. Вот. Управляется одним пультом. Вот такой пульт у него идет. Это движение вперед. Ну и вправо-влево, то есть вот таким вот образом он поворачивает. Радиус поворота у него достаточно маленький, то есть это хорошо при завозе, когда много оснастей. Как видите, он сейчас крутится достаточно резво. Вот. Сейчас я подплыву поближе и посмотрим, как он будет разворачиваться, чтобы было видно. Есть габаритные огни у него, сзади и впереди. Два литий-ион батарея, 5,4 ампера часа. Вот, давайте сейчас тут покружусь, посмотрим, как он работает. То есть, видите, сзади два синеньких диодика работает, впереди два белых. Радиус достаточно маленький поворота, что хорошо при завозе. И он очень тихий. То есть вообще работа двигателя практически не слышно. Небольшая такая шумовая идет завеса. Ну, отличный корабль. Компактный, бюджетный. Для начала вполне достаточно.